Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать свою посылочку с сайта Grand Stock. Я вот только приехала с почты, у нас на улице очень-очень холодно, как-то пасмурно. Вот, и покажу вам все то, что заказала. Мне нравится интернет-магазин Grand Stock, у них очень большой выбор. Можно заказать и для дома, и для семьи, и одежду разных размеров, и для детей, и для мужчин. В общем, очень большой ассортимент. Плюс у них есть огромнейший плюс, на мой взгляд, это то, что можно заплатить наложенным платежом, то есть при получении посылки вашей. Это тоже является огромным плюсом. И у них нет минимального заказа, что тоже достаточно здорово. Вещи мне очень сильно нравятся. Это все российский производитель, Ивановский трикотаж. Все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. И я вам оставлю также промокод со скидкой 10% на заказ, что, конечно же, очень приятно. И обязательно воспользуйтесь этим промокодом. Ну и давайте я вам покажу уже свою посылку. Девочки, я все распаковала, чтобы не шуршать вами пакетиками. Все мне пришло вот в такой коробке. Каждая позиция упакована в пакетике, там накладная. И давайте начну по традиции с моих мужчин. Значит, заказала мужу вот такую толстовку. Вот эти толстовки очень классные вообще. Они внутри, видите, идет флис. И сверху вот эта ткань, она очень-очень плотная. То есть она прямо... То есть это реально как даже такая куртка летняя, то есть за счет вот этой плотной ткани, когда ветер не сильно, ну то есть не продует, можно так сказать, ну в общем вы поняли меня. В общем, вот такая толстовочка, здесь кармашки идут и капюшончик на завязочках, капюшон тоже вот этот вот хороший, то есть он такой... достаточно большой, но капюшон идет уже без флиса, а просто вот на такой, ну просто ткань, да, идет. Вот, рукава хорошие тоже, так что, ну вот это вот идет, мне кажется, я мужу заказываю на размер побольше, потому что он у меня футболку может под ней садить, там какую-то тонкую такую кофту и сверху вот эту толстовку, поэтому я всегда на размер больше заказываю. И моим сыночкам, младшему и старшему, я заказала вот такие две кофточки, они не утепленные, просто идут толстые, когда свитшоты, да, вот это называется, просто вот такие тоненькие, на лето будет вообще отлично. Очень понравились мальчишкам расцветка такая кислотно-зеленая, ну да, кислотно-зеленая такая, с такой надписью, это младшему. Вот младшему она немножко у меня великовата оказалась, но ничего страшного, она к лету как раз будет отличный вариант, вот, на прохладную погоду. И точно такую же старшему я заказала. Вот старшему она как раз хорошо и по рукам. Вот, есть немножко ниточка, но это не страшно. А, это просто, видите, ниточка. То есть даже не торчит, а просто от производства, скажем так. Так что вот такие вот тоненькие, классные, летние, с джинсами, с черными штанами. Они у меня любят черные спортивные штаны вообще. Будет супер, вот такие вот классно. Ну, классно они сделаны, такие тоже. Они не то чтобы, то есть без флиса внутри, но идет плотный такой материал, очень такой. И он как бы такой, как мягенький. Вот, очень классные тоже толстовочки. Это я взяла вот такое платье домашнее для моей сестры. У меня, кстати, сестра и на даче у себя ходит в таких, в подобных, да, когда жаркая погода. И дома тоже вот в квартире она замечательно ходит в таких платьицах. Единственное, что она меня всегда берет на размер побольше, чтобы, ну, это как бы как домашний такой дачный вариант, чтобы было свободно сидела. Это я взяла ей размер 48, ну, мне кажется, это размер 48 есть. Такое оно будет ей не сильно облегать. И по низу оно получается спереди чуть-чуть покороче, да, то есть вот так вот сделано. И снизу вот таким вот образом получается. Но он не тонкий, то есть белье не просвечивает через эту ткань, но она такая очень приятная, тоненькая к телу очень. Ну и плюс такой нарядный рисуночек у нее получается. Но ей очень понравилось на сайте это платьице. Оно как футболочка такое. Ну, я ей, конечно, с удовольствием заказала. Прикольный, да? Вот эти вот. Это как такие наклейки. Но они такие прям... Не знаю, наклейки, наверное, это. Да, наклейки. То есть это не вышивка.
Вот. Но платье очень симпатичное. Я примерю, сейчас покажу, как оно смотрится на мне, потому что сестричка ко мне еще пока не приехала. Итак, вот платьице моей сестры. Видите, оно такое достаточно свободное. Но если вы хотите, чтобы вот так же свободно сидело, да, то нужно брать на, получается, размер больше. Вообще я ношу где-то 44 размер, ну, то есть S-ка. У меня сестра, наверное, M-ку носит, то есть она чуть-чуть побольше, чем я. Вот, но на ней также будет достаточно свободненько сидеть. И видите, сзади он более, получается, удлиненный, чем спереди. Спереди покороче. Вот у меня рост 1,65 м. Получается, коленочки прикрывают. Ну, хорошее, приятное к телу платьице. И такое получается, да? Ну, вот, как бы, даже немножко нарядненько за счет вот этого. Рукавчик такой. Очень хорошее платье. Мне очень понравилось. Я думаю, сестре будет, ну, чуть-чуть, может, поплотнее сидеть. То есть оно, по идее, должно быть вот здесь облегающее, а вот здесь вот уже более такое широкое. Серенький цвет такой, очень классно. Для дома, для дачи, мне кажется, вообще отличный вариант. А себе я взяла вот такое платье 44 размера, но оно, мне кажется, и есть 44 размера, то есть не маломерит, на мой взгляд. Вот такое военное. Тут, получается, такие вставочки, и вот здесь вот, вот такой идет рукав. Очень мне понравилась сеточка, и здесь полосочка, и вот это вот, оно просто помялось, оно должно быть вот так, как бы подвернутый рукав. Вот такой вырез, вот видите, я взяла 44-го, у сестры платье было 48-го размера. Так, вот такой 44-й, тоже, мне кажется, оно длинненькое такое, ну, длинное, это удобно дома носить, что мало ли, если что, куда полезешь, так... Вот, и здесь по бокам идет разрез, тоже такая тоненькая хлопковая ткань, вот, и летом будет носиться замечательно, и сейчас зимой у нас дома жарко, поэтому я, ну, как жарко, тепло у нас дома, поэтому я обычно дома вот в таких платьишках и хожу. Так, и вот мое платье, девочки, мне очень нравится, единственное, вот здесь вот помято, это нужно немножко отпарить, чтобы хорошо загибался сюда вот этот рукавчик, да, здесь идут кармашки. Вот такие вот. Это у меня 44 размер, но, как вы видите, оно сидит свободно. Это тоже хорошо. Ну, лично для меня, по крайней мере. Мне так тоже нравится. И оно вот такое идет длинное. У меня рост 1,65 м. Да, вот оно вот такое вот. И здесь идут разрезы. Котейка моя, конечно, идет проверять. Всегда проверяет, что у меня тут. И вот такие вот еще кармашки. То есть оно, видите, достаточно такое свободное. На мне сидит 44 размер. То есть, по идее, идет размер в размер. Но, по-моему, на модели оно сидело вот так вот свободно. Я, честно сказать, уже не помню. Но вот на лето или дома носить, мне кажется, вообще классное платье. Смотрите, как вообще супер. Мне очень нравится. И себе я еще взяла, на самом деле, взяла, девочки, с мыслями о том, что скоро будет лето. То есть у меня январь месяц, у меня еще уже скоро будет лето. Вот такую юбку. Я взяла ее в 44 размере. Она немножко, камера ее передает более синие полоски, вот эти вот такие голубенькие. Я вообще очень люблю полосочку. Вот здесь такие завязочки, кармашков никаких нету, да, нету никаких кармашек. Идет резинка, и вы знаете, мне очень нравится, что здесь вот такая широкая резинка. Это очень классно. И юбка, наверное, ниже колена получится у меня. Вот, сейчас тоже примерю. И взяла еще простую, вообще самую простую, вот такую футболку. Я обожаю такие футболки. Я их иногда и под свитер одеваю. То есть не маечку, а именно футболочку, да, чтобы, ну, так сказать, приятнее было, да. Вот, и для тепла в том числе. Она вообще недорогая была, тоже 44 размера. Вот, она не сильно длинная, я так понимаю. Но сейчас примерю вот так вот вам комплектиком, покажу, как смотрится вместе. Но вообще я вот эту футболочку брала тоже для того, чтобы под свитер одевать, чтобы потеплее было. Ну, в общем, вы поняли, да? Обычная такая, стандартная, с таким рукавчиком. Она даже такая, как более трикотажная. И юбочка тоже, знаете, как такая... трикотажная ткань, и у футболки тоже вот такая. Так, ну что, девочки, вот юбка с футболкой. Юбка тоже идет размер в размер, потому что даже по, видите, я ее на талию, по... Единственное, я вот эти штуки, наверное, уберу, потому что мне на талии хорошо сидит, а вот эти штуки, они под футболкой, получается, как-то увеличивают живот мне. Он у меня и без того не маленький. Вот, поэтому, да, ну уж, что есть, то есть. Как это говорят, да, что выросло, то выросло. Вот у меня из той же серии. Юбка достаточно свободная, она тянется, то есть она такая стретчевая. Это у меня 44 размер,
То есть, в принципе, идет размер в размер. И футболка тоже, видите, достаточно свободная. Она, как вы видите, просвечивает. Но я уже говорила, да, что я хотела ее взять под свитер одевать. Я обожаю майки, футболки какие-то. Обязательно под свитер одеваю все время. Поэтому такая белая, просто обычная, она недорогая совсем, футболочка для таких целей вообще отлично. Ну и вот эта юбка, у меня вообще какой-то летний заказ получился, да, все на лето, летом вообще будет классно. Да, юбка вот эта, я здесь и по участку могу в таком ходить, вообще отличный вариант. Ну отлично. Ну и последняя вещь, я взяла себе вот такие леггинсы, они идут 44 размера, не леггинсы, а лосины, да, правильно сказать. Вот, значит, они черные, вот эта ткань хлопковая, и внизу идут вот такие вставки, и вот это вот уже такая ткань, как, знаете, спортивная одежда, спортивные леггинсы такие, вот они обычно из такой ткани делают, вот, с такими вставочками, но мне очень понравилась вот эта вставка, вот, поэтому я взяла, ну, это тоже я взяла для дома ходить с какой-то майкой, футболкой, я люблю подобные вещи носить. Ну и плюс мне вот эта вставочка очень приглянулась. Кажется, очень симпатично. И вот я с футболкой одела показать сразу леггинсы. Я когда показываю такие вещи, вот подобного вида вещи, часто пишут там, боже, Наталья, вам малы штаны. Это леггинсы, точнее это даже лосины, да, то есть вы понимаете, что они должны выглядеть вот так. Я взяла 44 размера, мой рост 1,65 м. Вот, и они вот как раз мне самое то, отлично, сидят они, тут тоже такая вот резинка, и сидят они, получается, вот так вот у меня. Моя пузико. Ну, пузико тоже, знаете, вот, я говорю уже много раз, что выросло, то выросло, что есть, то есть, да. Вот, так что леггинсы тоже, но они очень приятные, вот здесь вот такая хлопочек, и внизу вот такие вот, класс, мне нравится вот этот вот. Расцветочка такая прикольная. Так что вот такой вот у меня получился заказ. У нас что-то совсем уже темно стало на улице, пока я распаковывала. Вот. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Также промокод со скидкой 10%. Не забудьте им воспользоваться. Вот. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.